Друзья, всем привет. В общем, взял сегодня свое любимое ружье ЧЗ Mallard. Взял карабинчик с собой ЧЗ 527. Уже мне один раз волки попадались. На дороге выскочил один молодой. Ну, мало ли, попадется снова. Вот. Сегодня с утра, пока ехал в деревню, по дороге очень много попалось птицы боровой. Ну, кадры поставлю. Глухарки в основном. Ну и тетерки тоже были. Вот, посмотрите. Ну и пойду буду записывать, может быть, что-нибудь удастся добыть. Глухарки сидят. Красивые какие. Уходите, давайте. Полетели. Офигеть. Шесть штук сидело. Еще, короче, сидят. Это уже тетерки. Полетели все. Офигеть. Пять тетерок. Новую елку, но ее подарила одной. Смотрите, сколько глухарок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как куры. Вообще просто. Вот смотрите. Как куры ходят. Они даже что-то подпрыгивают. О, какие полетели. Сидит на дереве. Бахнул рябчичка вот. Такой вот. Все, друзья, вышел на каму. Ну, грубо говоря, половину пути прошел. Вон видно следы. Волк ходит тут. Собак тут быть не может. Очень далеко. Ну вот. Волчара лазит. Утку сейчас стрельнул, криковую селезни. Вот тут вот, на середине. Пришлось такую палку отрубить. Вот, достал готовченко. Сейчас можно чай попить и дальше двигать. Вот такие утки здоровые, приковые. Вот на этом озере утку сейчас криковую бахнул. Полетела. Пришлось догонять. Она, короче, это садится. Бахнул ее. Дробь вообще кучно прошла. Прям по касательной. Все, готовченко. Да, беготня такая. Короче, тут кто-то утку заколбасил. Криковую. Или селезня, непонятно. Утка, по-моему. Съел. Лиса, наверное.